в случае, когда двое товарищей занимаются любовью между товарищами, получают, допустим, ответ свыше и соединяются. Из чего состоит связь между товарищами? От взаимной отдачи. Из взаимной отдачи. Но это не в теле, допустим, когда у нас есть там нервы, каналы какие-то. Что это? Какова материя? Рацион. Желание. Духовная материя — это желание. И это не имеет отношения к нашему биологическому телу. Это животное, которое не имеет отношения к твоим духовным действиям. Ты можешь выполнять любые духовные действия, великие исправления, все, что хочешь. А затем что? К тебе придут и проверят тебя, сделают тебе анализы. Что ты какой-то особый человек, сделал исправление, ничего подобного не произойдет. Так как и раньше, нельзя было от тебя отобрать какую-то часть и передать кому-то другому, другому человеку. Нет. Но это не какое-то конкретное желание, что можно сказать, что этим желанием я соединяюсь с товарищем, а все мое желание соединено с товарищем или есть... Это соответствует тому, насколько мы объединимся друг с другом. Это нам еще предстоит, и сейчас ты этого понять не сможешь.